Всем привет! Вы смотрите Черное море каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме, ссылочки в описании. Сегодня 4 февраля. У нас небольшое волнение. Температура воздуха 4,6 градусов тепла. Значительно похолодало сегодня. Завтра обещают еще холоднее погоду. Я нахожусь в Адлере. Сейчас идет дождь. Меня замочило волной, когда я встал на буну. Погодка по-настоящему зимняя для Сочи. Я надеюсь, вы уже посмотрели мой сегодняшний промо-ролик. Если еще нет, обязательно посмотрите в Ютубе, в Инстаграме. Поставьте лайк, оставьте комментарий. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите Черное море каждый день. Всем пока!